кусочно гладкие системы, имеющие многомерный горинцевский тракт. Тема доклада по-русски звучит так. Это кусочно гладкая система с многомерным аттрактором Боренца. Но как бы задача стояла следующим образом, что доказать существование странного аттрактора в динамической системе, в общем, занятие довольно проблематично. Такой системы, в которой существование странного аттрактора, или там странного аттрактора Боренца, доказывается аналитически, и, в общем, мы это покажем. Вот следующий слайд. Сама система выглядит так, это кусочная линейная система в области G, вот область G задает таким образом. Я там на следующей карте покажу графически. И вот, значит, в трех областях GS, GL, GR, как бы силовая область, область слева и область справа, действуют вот такие системы AS, AL и AR. Но система AS — это седло, имеет только седло, система AL и AR — это два фокуса. Ну, следующий слайд. Вот так, таким образом строится система, то есть то, что между серыми поверхностями, да, внутри находится, по иксу между минусом единицы и плюс единицы, как раз область АС, где существует только седло, справа, соответственно, система GR, слева GL. Видно, что при определенном параметре, который я вам дальше покажу, у нас неустойчивое многообразие выходит из седла, они попадают сверху на некоторую секущую, а вот фиолетовая секущая как раз разделяет те области, в которых заданы те системы, левые и правые. Фиолетовыми шарами EL и ER показаны состояние равновесия типа фокуса. Следующий слайд. Теперь, что мы дальше делаем? Поскольку у нас система кусочно линейная, нам достаточно легко интегрируется, и мы можем получить уравнение. Уравнение траектории. Собственно, чем мы занимаемся, и после мы делаем следующее. Мы ищем отображение на глобальной секущей, которая выведена зеленым, секущая D, строим так называемый Пуанкаре Return Map, то есть сечение Пуанкаре, и на нем строим отображение этого глобального, уже глобального потока. То есть как мы это делаем? У нас вот есть область D1, D2, которая разделена прямой L, который является пересечением устойчивого многообразия седла с нашей глобальной секущей поверхностью. Это разделяет на две части, значит, нашу глобальную секущую. Часть D2, например, возьмем, D2 отображается по отображению T2 на плоскость Q2. И мы как бы строим это отображение, вот T2 у нас. Вот T2, это значит, или вот плоскость D2 в Q2. И оно у нас явным образом создается. Мы можем и время найти перехода, и, в общем, все остальное. Теперь осталось построить отображение обратно вот этой поверхности D2 обратно на текущую поверхность D. Следующий слайд. Собственно, вот мы и делаем. И говорим, что у нас теперь есть отображение в явном виде поверхности Q2, или Q1 не важно, на глобальную текущую D. Уравнение этого отображения у меня построено. Можно экспрессив форм, да? Вот здесь это уравнение отображения. Теперь задача состоит в том, чтобы осуществить суперпозицию двух отображений L1 и T1 и получить отображение Пуанкаре секущей D на себя. Дальше. Вот, что мы получили? Мы получили как раз отображение P, и мы можем видеть, что у нас первое уравнение вот отображения зависит только от одной перемены, от переменной X. Это многомерное отображение, то есть видно, что у нас Y, там есть наш коэффициент I, и у нас от 1 до N минус 2 размерности. Что мы видим? Что это косое произведение? Мы называем это косое произведение, то есть у нас первое уравнение никак не зависит от остальных переменных, и отображение само будет определяться именно этим первым уравнением, которое у нас названо фактором N, фактор отображения. Идем дальше. Собственно, вот пример для четырехмерного потока. То есть мы строим четырехмерный поток, для него ищем трехмерное отображение. И вот картинка такая, да? Мы берем вот то, что выделено желтым, это некоторое множество начальных условий. И у нас множество начальных условий дает первую итерацию в виде вот этих зеленых пирамидок. Да? Там видно, что темные пятна, вот
одно тело неподвижно, другое не видно. Это неподвижные точки. Вот, это как бы пример трехмерного отображения. Дальше. Теперь, а вот каким уравнением все это дело управляется? Это вот фактор F, оно выглядит каким-то образом. И в нормальной форме оно как бы имеет хорошо известный вид, вот, после цифры 4, да, где x чертой равняется минус μ там, плюс x с μ, где μ это силовой индекс, он как бы соответствует в потоке силовой величине. И вот справа у нас построено аналитический компас-параметр, да, в котором существует пространство стороны аттрактора. Вот выделено желтым цветом, он появляется после пересечения функционной кривой μ умножить на гамма равняется 1. Это та кривая, на которой, после которой у нас эти фокусы, которые расположены по бокам фазового пространства, теряют устойчивость. И получается так, что у нас существует только... на потоке существует только счетное множество силовых периодических движений. Следующий слайд. Вот, значит, как это выглядит, как это функционная диаграмма, ее соответствует с потоком. Значит, построена для μ меньше единицы, это отличает силовую величину в потоке больше, больше нуля. Теперь посмотрим, как сценарий образования странного аттрактора. Вот я построил несколько сечений, там, А, Б, С, Д, да, для разных параметров гамма. Вот если мы возьмем сечение А на потоке, случай Б, в этом месте у нас вот эти два месточка многообразия попадают на устойчивое многообразие седла, возникает конкретическая бабочка при силовой величине положительной. Это значит, что в следующий момент времени у нас родится счетное множество силовых периодических траекторий, но еще два фокуса у нас сохраняют устойчивость. Это вот видно на эволюционной диаграмме. Да? Вот двигаемся дальше на параметр гамма равно С. Вот как раз у нас он и происходит из рождения счетного множества силовых периодических траекторий, но остаются еще фокусы. И вот если возьмем сечение D, там же ничего нет, у нас где кончаются две прямые на эволюционной диаграмме, там у нас гамма μ равняется 1, то есть дальше у нас не теряют устойчивость эти фокусы, и остается только странный аттрактор, странный аттрактор Лоренца. А теряет устойчивость, что тогда? Там вообще ничего, там, когда теряет устойчивость фокуса. Там неустойчивые фокусы. А у вас неустойчивые? Они теряют устойчивость, становятся неустойчивыми. Нет, а были устойчивые. Были устойчивые, да. Но что происходит? Что просто сменили устойчивость, и все, ничего не родится из фокуса. По аналогии Лефорка с Андроновым Поппа. Когда фокус потерял устойчивость, при каком значении параметров? При значении параметров гамма может, не умножить на гамма, равняется 1. На картинке? Можно запрямиться. Вот здесь, вот в этой области, вот эта кривая, да, она отвечает как раз... Сразу возник странный аттрактор? Да, рождение странного аттрактора, поскольку именно здесь фокус увеличен устойчиво, неподвижная точка отображения, она, там ее производная становится равной единице. А потом у нас больше единицы, когда мы пересекаем эту черту. Соответственно, неподвижные точки становятся неустойчивыми. Мы как бы нарушаем условия гиперболичности. И происходит у нас как бы следующее. Там у нас была функция... ну, здесь вот в точках, где наша функция пересекает ноль, да, в нуле, там производная равняется нулю. Следующий слайд. Сейчас я вам покажу. Вот у нас дифункциональная диаграмма для μ больше единицы. И что здесь происходит? То есть μ больше единицы означает, что силовая величина в потоке у нас меньше нуля. То есть после... Ну, сейчас я расскажу. Также, значит, есть несколько параметров. У нас, значит, при параметре А там есть устойчивые фокусы. Потом, как раз при потере устойчивости этих фокусов, да, у нас как раз рождаются два устойчивых цикла предельных. Потом они касаются устойчивого многообразия, вернее, попадают в устойчивое многообразие села, и рождается гомогеническая орбита, да, гомогеническая бабочка. Поскольку тут в потоке силовая величина меньше единицы, меньше нуля, что соответствует силовому индексу больше единицы, у нас рождается устойчивый предельный цикл, но уже двухобходный. То есть этой бабочке рождается устойчивый предельный цикл. Дальше.
Вот, теперь вот тот же самый участок только пропорционной диаграммы, только увеличенный. И что дальше происходит? Дальше происходит следующее. У нас происходит раздваивание этого цикла. То есть у нас была сначала один двухоконный цикл, потом он раздваивается. То есть не период удваивается, а происходит раздваивание цикла. Следующий момент. Эти циклы опять попадают в устойчивое многообразие, и уже рождается гомохроническая бабочка, но уже четырехоконная. В следующий момент времени у нас от нее рождается устойчивый предельный цикл, уже четырехоконный, потом опять раздваивается. Дальше. Появляется восьмиоконная гомохроническая бабочка. И как бы если идти дальше, это с нами повторяется, и у нас уже происходит, значит, на фазовой плоскости, опять же, значит, наш... Какой плоскости? На фазовом пространстве. Значит, появляется хаотический аттрактор с лакунами. И вот если мы возьмем параметр гамма равно k, там видно, что уже отображение замазывает там весь некоторый участок, и это соответствует хаотическому аттрактору. То есть там должны быть устойчивые орбиты, там уже это как бы квазистранный аттрактор. Следующий слайд. Да уж, ну что? Существует. Существует. Теперь вопрос, как еще можно наше изображение поменять таким образом, чтобы у нас нарушалась гиперболичность? Да? Вот мы предлагаем следующий вариант. Взять и подействовать на фактор отображения квадратичной функции, которая представлена здесь, да, по примеру 5, это g от x чертой равняется этой квадратичной функции, где x чертой – это тот самый фактор m, который был в начале. Мы проводим, значит, после некоторых раз получаем вот такое отображение, дальше, которое имеет следующую функцию. То есть опять же видно, что есть максимумы, да, экстремумы, в которых производные равняются 0, значит, там должны быть устойчивые орбиты. Дифракционная диаграмма будет каким-то образом, поток уже для такого изображения построить сложновато. Вот он здесь не представлен. Следующий слайд. Вот в трехмерном, если будет четырехмерный поток, да, для этого отображения, то трехмерное отображение выглядит следующим образом. Опять же, желтый объем – это множество начальных условий, зеленые такие как бы пирамиды с загибом, которые отмечались в работах Шиллингова-младшего и Тураева, что там разрушение странного трактора может происходить вот с появлением таких загибов, которые соответствуют подковам Смейла. Вот, собственно, мы это получили с помощью нашего отображения, испорченного, квадратичного. Следующий слайд. Ну, а вот у Шиллингова и Тураева там описана возможность появления нарушения гиперболичности с такими загибами через отрицательную седловую величину. Нет, сепаратистную. Сепаратистную, да, прошу прощения, через отрицательную сепаратистную величину. Покажем, что действительно это так и есть для нашей системы кусочной линейной. Вот для такого отображения. Вот в нормальной форме фактор мэпа выглядит таким образом, где А – это сепаратистская величина, как раз та самая, которая отвечает за ориентированность в работе Шиллингова-младшего и Тураева. Мы его как бы говорим теперь, что у нас пусть наша сепаратистская величина она зависит от x, то есть локально она отрицательная. Она как бы глобально такая же, как была, равняется единице, а локально она меняет знак. Мы сдаем функцию для этой сепаратричной величины и получаем фактор отображения новое. Да? Вот для переменной сепаратричной величины. Вот видно, что у нас как раз получается та же самая картинка, которая была качественно нарисована в работах Шиллингова-младшего и Тураева. Вот мы здесь строим. Опять же видно, что появляются вот эти вот максимумы, экстремумы у функции отображения. Следующий слайд. А вот это то, что происходит в трехмерном отображении. Как раз та же самая картинка, которая строилась качественно, мы ее построили численно, написав отображение. И видно, что как раз формируются загибы. Опять же, у нас есть некоторый объем начальных условий. И это первое
или вторая, или то, что не помню, вторая или третья операция в этого объема. То есть видно, что появляются эти кружки загибов как раз в тех самых ромах.